заместитель начальника главного управления МЧС России по Челябинской области, полковник Шатилов Сергей Владимирович. На контроле главного управления МЧС России по Челябинской области находится оперативная обстановка, связанная с тушением природных пожаров на территории Карталинского муниципального района. В настоящее время риски перехода огня на населенные пункты отсутствуют. К месту пожара направлена оперативная группа главного управления. В главном управлении организована работа оперативного штаба по контролю за складывающейся оперативной обстановкой. Для тушения пожара привлечены 120 человек, 25 единиц техники, от МЧС 89 человек и 12 единиц техники.